На попечении аппарата губернской думы участок улицы Садовая от Маяковского до Полевой. Благоустраивать ее будут на протяжении всего апреля. Когда снег до конца растает, уберут мусор, вскопают землю на газонах, произведут обрезку и побелку деревьев, покрасят бордюры. Людей не надо было уговаривать. Честно говоря, мы не хотели столько собирать, а видите, сколько пришло людей. Настроение солнечное в этом году, к весенней уборке города подход особый. К юбилею Победы подготовиться нужно на отлично по всем фронтам. В канун 70-летия Великой Победы и город необходимо не только украсить, но и привести его в надлежащий благоустроенный вид. Чистоту на пересечении улиц Ульяновская и Ленинская наводят работники городского театра «Витражи». Как истинные актеры, к работе подходят творчески. Не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется, со восторгом чувств не для меня. Песня «Строить и жить, и убираться» помогает, уверен актер театра Алексей Янин. Рассказывает, когда коллектив дружный и работать весело. И даже придумал название своему новому амплуа – менеджер по клинингу. Для себя, для людей, чтобы всем было хорошо и чисто. Всегда так было. Хорошая традиция у нас в Самаре по поводу субботников. Сегодня мы убрали, и завтра кто-нибудь другой. И так по цепочке. С сегодняшнего дня трудовые коллективы Самары активно выходят на средники. Убрать свой двор или закрепленную территорию могут все неравнодушные самарцы. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов, Марина Кравцова, Станислав Левин. События.